אני שמח להיות כאן. Я очень рад быть с вами здесь. אנחנו הרבה פעמים עובדים גם עם אנשים בגיל מסוים, ניצולי שואה, אנשים שכבר עברו הרבה בחיים. И мы также работаем с разными возрастными группами, мы работаем с выжившими в Холокосте, с людьми, которые прошли определенные вещи в своей жизни. והרבה פעמים אנשים שואלים איפה היה אלוהים. И часто такие люди спрашивают, а где был Бог? גם אנחנו שואלים איפה היה אלוהים, נכון? И так мы тоже спрашиваем, где был Бог? מי פעם עבר משהו מסוים קשה? Кто когда-то проходил трудный период в своей жизни? מישהו שאל איפה אלוהים? И может быть вы тогда спрашивали в этот момент, где же Бог? Дима אמר היום שאלוהים מקמצם עצמו. И Дима сегодня сказал, что Бог себя уменьшает. אני יכול להגיד שאני לא מסכים עם דימה. Я могу сказать, что я с Димой в этом вопросе не согласен. הרבה פעמים אלוהים נמצא באותו מקום. Часто Бог находится в том же месте. השאלה איפה נמצאים אנחנו. А вопрос, где находимся мы? השאלה הראשונה איפה נמצא אני. Первый вопрос, где нахожусь я. אני איש צעיר. Я молодой человек. והגעתי להסכמה שהרבה פעמים כל הדברים שנופלים עלינו זה בכללנו. И я пришел к тому выводу, что часто те вещи, которые на нас падают, они падают из-за нас. Есть один такой рассказ про одного раввина, который был учителем. Был хорошим учителем. Постоянно он учил молодых людей. И пришло лето. Маешь бы каяться. А что есть летом? Хофиш. Охот. Во-первых, каникулы. Вы каетесь хофша? Каникулы, отпуски. А с кулям я цуля хофша, и потом талмит ахат роет араби, мореши лоши, у адайн, биткашер, ломе, биткашер талмидим. И однажды один из учеников, все вышли в отпуск на каникулы, и видит один из учеников этого раввина, что раввин продолжает звонить и учить, и делать свою обычную работу. И он звонит ученикам своим и говорит, даже если вы на каникулах, вы должны продолжать учиться. И тогда ученик спросил раввина, а почему ты не выходишь на каникулы? Он сказал, у меня был друг. И вдруг он заболел. Он заболел воспалением легких. И его почки заболели. И он пошел в больницу, и в больнице ему сказали, что нечего делать. Но, мастер философ. А, и он спросил в больнице, что мне нужно делать. Маусе. Что нужно делать? Диета. Нужно соблюдать диету. А мне еще особо охот мелок. Говорят, что у кого больные почки, нельзя есть соль. У отца мне в отхоле. Он вышел из больницы. Мелок, а раз на ховша. И поехал в отпуск. Ага. Кушал там. Хаим. Жил. בסוף הגיע לדיאליזה. И в конце концов стал больным, диализным больным. ואפשר להצדיק את כל המעשים שלנו. И можно, конечно, оправдать все наши поступки. בספר איוב כתוב, אי אפשר לאכול משהו בלי מלח. И в Иове написано, что невозможно есть ничего, что не приправлено солью. פסוק, פרק 6-6. Это 6 глава, 6 стих. אפשר להגיד, תנ"ך אומר, צריך הכל, על הכל תשים מלך. Можно сказать, что на все нужно солить. זה מה שבוררים אמר. Это то, что Бог сказал. האם זה בריא או לא? Но здоров ли это образ питания или нет? אני לא יודע. Я не знаю. המצב שהוא הגיע זה לא קל. То состояние, в которое он пришел, было непростым. ותלמיד שאל רבי, למה אתה אומר לי עכשיו את זה? И тогда этот ученик спросил раввина, а зачем ты мне все это рассказываешь сейчас? Он говорит, что отпуск есть один. Один небольшой отпуск. Может тебе испортить всю свою жизнь. И это правда. Вы знаете, что в центре Иерусалима есть такое место? Кир. Стих.
стена. Хорошо, что там Талита Куми. Написано там что? Талита Куми. Талита Куми? Нет, девица встань. Бат Куми. Да, девица встань. Зе Макоша я бецефиш Лебанот Пам. Это место, где раньше была женская школа. Ваашемша Лебецефир, а я Талита. И это школа называлась «Девица встань». Мейфа за Кмитзаха. Кто помнит место писания, где это написано? Амэль, Брита Хадаша за кто? За Чума. Новый Завет – это правильный ответ. Ми Лукас. Это написано в Луке. Вы также можете открыть свои Библии. Это от Луки, 8 глава. Ми пасук арбаим. С 40 стиха. За сипур. Здесь есть такой рассказ. А сипур аль иш ахад шекарем шешмо Яир. Видишь по Яир? Про одного мужчину, которого звали Яир. Яир нашел на уроке. А я иш ахад шешмо Яир. Ми у ая. Был человек, которого звали Яир. Кто он был? Рош бет кнесет, а я Рош бет кнесет, Минаэль. Он был начальником синагоги. Он был большим раввином. Ванахну роим басипуш, Ишуа хазар. И мы видим в этом рассказе, что Ишуа возвратился. В народ и в ам хикало. И народ ждал его. Лама? Почему? Потому что Ишуа совершал чудеса и знамения. И народ ждал его. Или уба. Вот он идет. Или Ишуа. Вот идет Ишуа. И вдруг подходит к нему Яир. На фара брикает. И он упал на колени. Муля Ишуа. Перед Ишуа. Рош бет-кнесет. Начальник синагоги. Вема того ли байшили. И он говорит, пожалуйста, приди ко мне домой. А байшили басякана мамит. Моя дочь при смерти. Акшафа Шейля. И теперь вопрос такой. А им Рош Абета Кнесет. Яхол Липоль Муль Мишу Аля Беркай. Может ли начальник синагоги перед кем-то упасть на колени? А им Иуди Дати Яхол Лиштахавем Мишу. Если может ли религиозный еврей кому-то на коленях поклониться? Рад ли Элоим? Только Богу. Маумали Ишуа. Что он сказал Ишуа? Убавамер таволе байшили, ватирапе это башили. Он сказал ему, пожалуйста, приди в мой дом и исцели мою дочь. А башили вайта баштемис. Его дочке было 12 лет. Ваита байбат ихида. И она была единственной его дочкой. Лоя лоя родим. У него других детей не было. Лама. Почему? Канире, а я лей бая и мешто. Скорее всего, какая-то была проблема. И без мано, без ман, Ишуа, лоя мацавши в мешпаха или тахат. Потому что во время Ишуа не было, практически не было таких семей, в котором есть только один ребенок. Им еле тахат, съешь бая. Если был только один ребенок, то, скорее всего, какая-то проблема была. А с канире за еле тфила. И, скорее всего, это был просто этот ребенок был ответом на многие молитвы. Они молились, они получили эту девочку как ответ на молитву, и после 12 лет Бог захотел забрать ее. И Яир подошел к Ишуа и сказал, приди ко мне. Ты последняя моя надежда, последний, кто может помочь. Перед всеми он упал перед ним на колени, ему было безразлично. Мне не важно, что будет завтра, мне важно, чтобы моя дочь осталась в живых. И что Ишуа сказал ему? Пойдем. И по дороге они встречают одну женщину. Звата. Которая страдала кровотечением. 12 лет она страдала кровотечением. Без манши... Яир Арош, а Бет-Кнесет Кибель Браха? И в то время, когда именно все эти годы, что с того года, что Яир, начальник синагоги, получил свое благословение, свою дочь. Ишаки Бля Клаля. Елой Белям.
В то же время эта женщина получила проклятие, я не знаю почему. Сегодня мы читали недельную главу. Что происходит с женщиной, которая страдает кровотечением? Эта женщина нечиста, она должна оставаться вне стана. И 12 лет. Эта женщина не могла приближаться к своему мужу. Своим детям. Своей семье. Никому, в принципе. Она не могла. Ее жизнь была очень сложной. Невозможно описать ее жизнь. Написано, что все свое имение она расточила на то, чтобы получить исцеление. Для того, чтобы ее вылечили. И никто не смог ей помочь. И кому она подходит? Она приходит к Иешуа. И в то время она подумала, если я только прикоснусь к нему, то я получу исцеление. И что еще ей сказал? Он говорит, прими спасение. Он не сказал, прими исцеление. Почему спасение? Потому что то, что она сделала, это было противозаконно. Бехов Израиль, ма царих лаасот и миша, звад дам, шинагат левишин. Что по закону израильскому нужно было делать с женщиной, у которой есть кровотечение, которая прикасается к кому-то? Что с ней нужно было сделать? Если человек пришел и прикоснулся к кому-то, то ему нужно было убить. А еще он сказал, прими спасение. И про веру сказал тоже. Можно про этот случай говорить много. Я хочу вернуться к Иаиру. У него была сильная вера, он пришел к нему, упал на колени и сказал, приди ко мне домой и исцели мою дочь. И когда они были по дороге домой, там было время отпуска, время свободы. Какой свободы? То есть действия этой женщины и Иешуа. Готов больше и счастье брали Иешуа коля хаимшина. Написано, что эта женщина рассказала Иешуа про всю свою жизнь. 12 лет. Нашим, они мечтают. Камазмана кехет хемисапер 12 шана ше хаимшина. Я просто хочу спросить женщин, сколько времени у вас займет рассказать 12 лет вашей жизни? Алколя вегешут. Все чувства, которые вы пережили за это время. Это точно не была минута одна. Это было долгое время. Что с Яиром, в это время происходит? Его дочка. Ты с этой женщиной, какая тебе уже разница? Моя дочь там при смерти. А там буланшили. Ты мой амбуланс. Тебе нужно бежать бегом к моему дому, не задерживаться, не стоять здесь. Иешуа специально занял это время. Лама. Почему? Талмидин. Потому что пришли ученики. И что они сказали? Твоя дочь умерла уже. Уже не нужно ничего делать. Не утруждай учителя, отпусти его. Что Иешуа сказал? А вот сейчас время при ней пойти. Сейчас время прийти и девица встанет. Почему?
Почему так он сделал? Ки Яир ба ле Йешуа ки ле рофе. Потому что Яир пришел к Йешуа как к врачу. У ба ки рофе омар, табо, терапе эт машили. Он пришел к нему как к врачу, как к целителю. Он сказал, иди, приди и исцели мою дочь. Иша азу игат ле Йешуа ки ле Машиах. А женщина, которая подошла к Йешуа, она подошла к нему как к Машиах. Она знала, что если он не поможет ей, то она умрет. И Йешуа хотел, чтобы Яир понял, что он не просто целитель. О, Бог, он Бог. Если он пришел домой к главе синагоги, помог бы его дочке, Басов Майагит, Оля Амберош, а Петер Незер. Что вы сказали народу про начальника синагоги? Про Йешуа. Рафетов. Что он хороший целитель. Но он не просто целитель. Он, конечно, целитель. Но он Бог. Вехофиша Сиакама Такот Шейша Нихнасали Тунам. И вот это время так называемого отпуска, свободы, когда на картине появляется эта женщина. Это был также экзамен для Яира. Понять, что Йешуа не просто врач. Не просто друг. Не просто учитель. Но он творец мира. И тот, который может воскрешать из мертвых. Это очень важно. Потому что то, что происходит в нашей жизни часто, мы наполнены верой. И вдруг у нас появляется отпуск. Мы думаем, ну мы в отпуске, неделя, две недели можно быть без общины, без того, чтобы молиться, читать Танах, общаться с верующими. И потом что-то происходит. Такое бывало? Бывает с вами такое или нет? Хочешь? Вы в отпуске находитесь. А там захрим бы Ишаяу, готовши, Роха Дунай Алай, Ишпсуке. Помните, есть такие места Писания, в Исаии написано «Дух Господа Бога на мне». И там написано о годе, и юбилейном годе для Господа. Есть праздники Израиля, и последний был Шавуот. А сейчас мы заходим в такой период лета. Отпуск. От до Роша Шана. И часто люди засыпают в это время. Хофиш. У нас отпуск. Шафар. До того, как не придет, не вострубит шафар и не разбудит всех. Такому? Встаньте, пожалуйста. Смане ге. Пришло время. Каше такому. И сложно потом вставать. Потому что мы в отпуске. Почему я рассказываю вам это? Я думаю, что это хорошо быть в отпуске. Но проблема в том, что нам нужно помнить, что у нас нет отпуска. Что в духовной жизни нет отпуска. И это печально. И часто мы не хотим слышать Бога. И приходим к такому положению, что вот мы здесь. Это не просто. Не просто, а потом выйти из такого состояния. И когда мы начинаем думать, то что к этому привело, это тот самый отпуск. Есть ли хавер? У меня есть друг. Который недавно пришел к вере. Несколько лет назад.
И он такой очень горячий человек. Он не молодой. Он очень много прошел в своей жизни. Всю жизнь он служил в израильской армии. Он был в таких местах, где мы представить себе не можем. И он пришел в своем уже зрелом возрасте к вере. И два дня назад я был в больнице. И до того, как зайти в больницу, мы пошли помолиться. И он не так давно пришел к вере. Мы живем они, а минаящие еще гамба имуна квар арбезма. И сидим мы, мой начальник, который верующий уже много лет. И это человек, который говорит нам, все, что происходит, происходит от Бога. Все, что происходит в вашей жизни, Бог контролирует, не переживайте. И было интересно слышать, что мы те, которые привели его к вере и научили его вере, он говорит нам, не переживайте, все от Бога. И я тогда понял, что мы были в отпуске. Мы начали быть хорошими верующими. Привыкли к этому состоянию. И это уже для нас обыденная жизнь. А он до отпуска еще не дошел. Он именно поднимается пока. И он тогда сказал нам, не переживайте. И для меня это было очень приятно слышать. Потому что я понял, что Господь хочет, чтобы было время, когда мы выйдем из отпуска. У Яир в то время трудные времена. Услышать, что твоя дочь умерла, это совсем нелегко. А для Ишо это был способ показать ему, кто он. Иногда он должен нам позволить нам получить удар, для того, чтобы потом сказать, подними свою голову. Поднимите голову. Посмотрите, кто я. Я не просто врач. Я не просто друг. Я творец мира. Я могу воскрешать мертвых. И если ты приходишь ко мне, помни, кто я. И помни, кто ты. Это очень важно. И сейчас у нас время летнее. У нас у многих будут отпуски. А в нашей духовной жизни нет отпуска. Потому что потом мы спрашиваем, а где же был Бог? У Бога нет отпуска. И даже шаббат для него не отпуск. Мы выходим на каникулы, в отпуск. Уходим от Бога. А потом спрашиваем, а где же был Бог? Он здесь, он всегда в одном и том же месте. Но мы иногда не хотим быть рядом с ним. Я хочу сказать вам, что все, что с нами происходит, это к лучшему. Иногда сложно принять. Не так просто. Лифамим анахну хашвим вешаэлим ляма. Иногда мы спрашиваем и думаем, почему. А бая за анахну. Но проблема в нас. Им рофе омар аль тохаль, аз аль тохаль. Потому что если врач сказал тебе не есть определенный продукт, то не нужно его есть. Им илуим омар аль таасе, аль таасе. И если Бог сказал тебе не делать что-то, не нужно это делать. Я могу сказать, что для меня это очень сложно, я сейчас пытаюсь кое-что не есть, и это очень сложно. А моей жене вдвойне сложно. Потому что я могу съесть все, что находится в холодильнике, включая холодильник.
Нельзя этого делать. זה לא מצחיק. אלוהים אמר לנו, смешно. יש דברים שאסור לעשות. Потому что Бог сказал нам, есть вещи, которые нельзя делать. Он אמר לנו. Он сказал нам. ואנחנו בכל זאת עושים את זה. А мы все равно это делаем. כי אנחנו בחופש. Потому что мы в отпуске. חופשה קצרה, לעשות קצת, פה קצת, שם קצת, זה לא מפריע. Ну, возьмем несколько дней и делать будем все, что хотим, ничего страшного. אל תעשו. Не делайте этого. כי מגיעים למצב שאחרי זה מקבלים מכה ומחכים שישוע יגיד תלית אדמו"ר. Потому что мы можем прийти к такому состоянию, что мы получим сильный удар и будем ждать, чтобы Иешуа сказал: "Девица, встань". אבינו מלכנו, אבא שבשמיים, אני מודה לך שאתה אלוהי העליון. Отец наш небесный, я благодарю тебя за то, что ты Всевышний живой Бог. תודה לך, אבא, שהבאת אותנו ביחד. Благодарим тебя, Господь, что ты собрал нас всех вместе. אני מודה לך שאנחנו יכולים להיות איתך. Мы благодарим, я благодарю тебя за то, что мы можем быть с тобой. והרבה פעמים אנחנו רוצים להיות חופשיים ממך, אדוני. И часто мы хотим от тебя свободы, Господь. ואני עכשיו מבקש, תעזור לנו, תלמד אותנו לא להיות בחופש. И я сейчас молюсь, помоги нам не быть в отпуске от тебя, Господь. להיות איתך כל הזמן. Помоги нам быть с тобой все время. להיות על ידך כל הזמן. Быть рядом с тобой все время. תעזור לנו, אבא. Помоги нам, Отец. Слушать тебя и учиться от тебя. И делать то, что ты говоришь нам. Благодарю тебя, Господь, во имя Иешуа Машиаха.